Консервный нож у Victorinox и у Сога внешне одинаковый практически. Но как работает нож от Victorinox, мы все знаем. Давайте проверим, как работает нож от Сога. Ну что, для левшей сделал, что ли? Как-то вот левой рукой еще куда не шло открывать. Но я не левша, я правша. А вот правый он постоянно пытается уйти в сторону. Не, что-то мне это как-то не нравится. Или к нему надо как-то жутко приноравливаться. Но сами видите, он постоянно хочет уйти куда-то к центру банки. Вот. Заточка, конечно, по идее, ее бы сделать в обратную сторону. То есть вот сюда все замечательно. Ну, более-менее. Блин, ну что делать тому, кто не левша? Непонятно, короче. Короче, херь какая-то. То ли я не умею. Ну что, за один клинок будет рассчитываться другой. Во. Так получилось. Хоть по-варварски, но намного быстрее. Ну что имеем? Покрытие поцарапалось. Режущая кромка, походу тоже подзатупилась. Хотя так особо. А, вот она просто. Вот отсюда. Вот до сюда. Вот здесь. Один большой заусенец на эту сторону. Я вот так открывал. Вот на эту сторону так вот заусенец ушел. То есть заусенец поправлю, и все будет нормально. А покрытие поцарапалось примерно вот так. Так что, ну, не знаю, как для вас. Допустим, для меня это минус один инструмент. Здесь была маленькая шлицевая отвертка и консервный нож. Осталась просто маленькая шлицевая отвертка, потому что вот это говно. Ну, как-то так. Всем спасибо за внимание. До свидания.